NVIDIA и AMD планируют выпустить видеокарты для криптовалютного майнинга. Согласно статье VidiCards, NVIDIA выпустит GeForce GTX 1060, специализированную версию для майнинга. На этой видеокарте не будет дисплей-разъемов, и, скорее всего, она вообще не будет поддерживать игры. Компания AMD также планирует выпустить модель для майнинга под названием Polaris. Ожидается, что такие видеокарты будут дешевле своих игровых конкурентов.